Собери портфель пятерок, получи грамоту и подарок от градообразующего предприятия. 42 зареченским школьникам, родители которых работают на заводе, вручили награды за отличную и хорошую успеваемость. Производственное объединение «Старт» присоединилось к программе госкорпорации «Росатом» «Школьник Росатома». Наверное, мы просто сегодня, я имею в виду производственное объединение «Старт», возвращает департаменту образования часть того, что задолжало и должно вкладывать. Наверное, мы должны поддерживать. Мы живем в одном городе, и будущее, оно в наших детях. Наверное, не все будут отличниками, но важно, чтобы были хорошими людьми. И тогда все в жизни получится, и у нас, в нашем городе, в области, в стране. Участниками программы «Школьник Росатома» могли стать ученики 5-11 классов, при условии, что их родители трудятся на старте. Ребята должны были представить подтверждение школьных успехов, ксерокопию дневника с пятерками. У семиклассника Александра Литвинова с оценками все в порядке. Юноша – круглый отличник. Мы им всегда горды, всегда рады, всегда его поддерживаем. Счастливы, что он у нас такой замечательный. Саша Литвинов знает, к чему стремится, и во всем берет пример с папы. Максим Литвинов – один из лучших работников производственного объединения «Старт». Его фото размещено на заводской аллее славы. На подведение итогов проекта «Собери портфель пятерок» программы «Школьник Росатома» в маркетингово-выставочном комплексе производственного объединения «Старт» награждали не только круглых отличников, но и ударников. У Ксении Шиловой в дневнике есть четверки, но их не больше двух. Таковы условия проекта. Я пытаюсь лучше получать оценки, пытаюсь их как-то исправить. И если у Ксении все получится, то у нее, как и у других отличников, будет шанс получить именную стипендию генерального директора производственного объединения «Старт». Предполагается, что проект «Собери портфель пятерок» будет проводиться на заводе ежегодно. В планах руководства градообразующего предприятия привлечь к участию в программе «Школьник Росатома» всех учеников города, вне зависимости от того, где работают их мамы и папы. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».